Hello, юные курильщики, это Дава Дым. И сегодня у нас будет обзорчик табака Аквамента. Аквамента. Я об этом табаке ранее не слышал, не курил и о нем даже не знал. И у меня вообще было подозрение, что табак сделан абсолютно не для России. Так вот, давайте теперь про него немного объясню. Табачок вот в таких вот жестяных баночках, которые откручиваются и очень похожи, знаете, на что? Я думаю, все с этим сталкивались. У меня раньше дома была такая банка из-под печенья какого-то европейского, и там постоянно хранились всякие нитки, иголки, блядь, спицы и все остальное. И я всегда верил, что там есть печенье, и открывал такой, а там, сука, всякая эта хуйня. Так вот, табак, в принципе, такой же баночки, очень похожее подмороженное под печенье. И это самое интересное, что это продукт Адалии. Да, продукт от Адалии, турецкий табак. Но самое интересное, мне все же остается догадываться, почему Адалия все время выпускает новые подпродукты. Или же они сделали такую новую трендовую тему, как White Brand, то есть завод работает по системе White Brand. Хочешь табак свой? Ебашь в Адалию. Так вот, ага. Покурили мы его. Здесь есть две линейки. Одна мятная, типа такая вся, знаете, летняя. Вторая более такая именно классическая. У меня же здесь мятная линейка под названием Aqua. То есть все вкусы, в принципе, начинаются с Aqua. Свежие вкусы, абсолютно везде добавлен лед, мята и подобие суперновы. Я сейчас сюда забил Aqua Blueberry и забил его чистым с касанием, с немного маленьким перегревом на 3/25 углях от компании Kyoko Turbo. Чтобы понять, будет ли ебашить эта мята меня так сильно, как я не хочу. Так, еще до конца не прогрелось, поэтому давайте еще немного попиздим. Что касается ароматики, то я до этого как бы тоже прокуривал все это, но именно Aqua Blueberry я оставил как бы на обзор, потому что этот вкус я не покурил. По крепости этот табак легкий. Не средний, не ниже среднего, а именно легкий и чуть-чуть выше легкого. Все в зависимости, наверное, от гостя, который пришел покурить. Также, по жаростойкости очень низенькая, то есть как низенькая? Перегреть в два счета, то есть ты перегрел и получил именно жесткую отдачу вот этой мяты. По времени прогрева, в принципе, очень быстро. Я сейчас сделал пару тяг, и буквально уголечки у меня на чашке постояли буквально 2 минутки, без крышки, без колпака. Также, что касается вкусов, то у меня есть Black Apple. Это, по мне, довольно-таки пиздатое анисовое яблоко, которое отличается от Альфакера и от Нахлы. То есть Аквамента сделали какой-то новый, совершенно другой анис, который довольно-таки приятный. Если честно, я бы Black Apple курил бы взамен не Альфакера двойного яблока, но как минимум в зала. Потому что здесь очень прикольно и очень интересно проявляется этот анис. Так, в принципе, у нас уже здесь все прогрелось. Я считаю, так прошло немного. И вот, мне кажется, здесь такой маленький пик, когда вот нужно вот именно сейчас дергать. Да? Идеально просто. Идеально, блядь, зашло просто. А курица довольно-таки хорошо. Я бы сказал, даже очень хорошо, но на любителя. Я, допустим, сейчас не очень люблю вот такие вот мятные вкусы, и в последнее время стараюсь вообще полностью убрать из своего рациона мяту. Более тропические, более интересные, более кислые вкусы, но никак не мятные. И это правильно. Почему? Я так говорю, что мне это не нравится, именно мятная вся тема, потому что многие гости сейчас реально устали от мяты, и многие гости перекурили этих Супернов, Апач Фризи, всякие зеро, хуи зеро, да?
Да, моя теория не сбылась. Я думал, сейчас меня будет дико бить мята. Но все стало сбалансировано. Но эта мята, к сожалению, перебивает остальные вкусы. То есть, как бы ты чувствуешь, когда вроде выдыхаешь его, но ты чувствуешь его носом, а не именно рецепторами этот вкус. Ты просто слышишь этот запах. На этом все. И большую часть ты куришь именно свежий табак. То есть, грубо говоря, какой бы ты ни забил из этих, то есть, будь это Blueberry, будь это Black Box, ты будешь по большей части чувствовать сплошную мяту. Табак не акцизный, и поэтому его цена за банку 250 грамм составляет всего там, вроде в шапке 800 рублей. То есть, 800-900 рублей прям в шапке. То есть, можно найти гораздо дешевле, но 800-900 это просто предел. Также столкнулся с минусами самой банки. Да, есть банки удобные, эта банка неудобная. Чем? То, что она очень тоненькая, и у меня одна баночка помялась, и я заебался ее открывать. Просто я ее отковыривал. Знаете, на что это похоже? Помните, когда у тебя такая запара, а у тебя банка с блюмистом от Старбаза не открывается? Ты ее ковыряешь и так, блядь, и так, а она у тебя вся потекла, все в соке. То же самое и с Аквамента. Абсолютно идентичная ситуация. Если у меня был бы зашив, я бы просто дико бы, блядь, нервничал из этой хуйни и не понимал бы, что мне делать, потому что мне нужно открыть ебаное Black Apple, а у меня не получается. В этих случаях обычно помогает ножик, просто хуяришь крышку вот так вот, как будто консерву, и уже работаешь так. Курил бы я этот табак на повседневной основе, думаю, что нет. Потому что от этой мяты ты рано или поздно устанешь, плюс табак очень легкий, и мне он явно не подходит, потому что я по большей части сталкиваюсь с такой ситуацией, что я устаю курить некрепкий табак, потому что я думаю, что я просто делаю вот так. И ты от этого устаешь. Интересно, когда есть какое-то сопротивление, есть какое-то ощущение табака, поэтому средняя крепость самая идеальная для курения. Но у всех предел крепости разный. Для кого-то это будет средний табак, и ему будет совершенно комфортно это курить. А мне же нет, слишком легко. По поводу дымности, все окей, все круто, прогрейте сильнее, оденьте колпачок и будет вам счастье. Общая оценочка табаку Аквамента, который появился в России, явно уже продается на Севасе, я даже нашел их инстаграм, вот здесь вот снизу будет инстаграм, короче, понял, ты где заказывать Акваменту. Есть суть купить как альтернативу Супернове, и всему остальному. То есть просят свежий ягодный, окей, забиваешь чистым, добавляешь немного ягод без мяты. То есть, и получается комфортный, прикольный вкус. И самое что интересное, эта мятность, она будет продолжаться на протяжении всего курения. То есть у вас уже вкус пропадет, а вот эта мятность останется. Но все же есть проблема с акцизом, и сейчас акцизные табаки не так популярны, как раньше. А вот тут, конечно же, дилемма, и непонятно, что делать в дальнейшем. Покупать и бояться. Либо не покупать, но проебывать момент с хорошим легким табаком. Поэтому решать вам. Это табак Аквамента. По цене 800 рублей за 250 грамм, это довольно-таки круто, так что это Дава Дым, и такой маленький обзор про продукт, который появился на рынке России совсем-совсем недавно. Так что пока!